данном видео мы рассмотрим, как в стенах сделать дверные проемы. Вот как показано вот здесь. В данном видео я покажу, по моему мнению, самый простой способ, с помощью которого можно сделать дверной проем. Мы будем использовать такой инструмент, как прямоугольник, и инструмент выдавить. Как это делается? Определив необходимые размеры, где у нас будет проем, это мы можем сделать с помощью рулетки. Проем сделаем шириной на 800. Высоту сделаем 200. Вот у нас есть очертания нашего дверного проема. Берем инструмент прямоугольник. Отпускаем. И теперь все, что нам необходимо, это выдавить этот проем. Выбираем инструмент «Вдавить, вытянуть». Наводим на него, появляется у нас выделение. И спокойно выдавливаем его. Аналогично поступаем с этой стеной. Здесь также с помощью рулетки отмеряем 500. И как видим, проем у нас готов. Как видим, буквально простым инструментом мы легко и просто сделали дверной проем по необходимым размерам. Покажу еще раз на примере. Вот, допустим, у нас есть стена. Мы можем взять любой объект, который нам заблагорассудится. Это может быть даже круг. Но, как видите, если мы будем протягивать наше выдавливание за периметр нашего объекта номер один, то выдавливание у нас превратится в объемную фигуру. То есть выдавливать нам необходимо от одной плоскости, вот этой, до второй плоскости. В этом случае объект полностью прорезается, и у нас появляется любое отверстие, которое мы хотим. Как видим, когда мы прорезаем, оп, видите, на данный момент у нас не получилось прорезать, потому что мы зашли за плоскость. Как видите, это довольно просто и удобно. А на этом видео заканчиваю. Все, спасибо.